Вопрос 19. Что имел в виду автор, употребив выражение «привести к общему знаменателю»? Это означает, что автор нам советует не поддаваться соблазну и не привести нашего ребенка левша к общему знаменателю, то есть объединит их всех под общей системой обучения, сделать схожими по отношению к учебе, уничтожив все различия между ними.